Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в House Flipper. В прошлой серии мы с тобой, в юбилейной серии, хочу заметить, купили дом на Луне. И сейчас мы с тобой будем заниматься ремонтом по-крупному, который вот находится на карте заказов. То есть у нас с тобой есть вот несколько домов. Надеюсь, что это не всего два, как бы, ну, как-то странно получается, что их тут много, а домов придется нам ремонтировать всего два, но посмотрим. Заказ «Водный горизонт». Алиса и Кевин купили дом вдоль дороги, ведущий прямо к пляжу. В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты. Пара всегда хотела жить в тихом месте. Где бы их расти мог сын, короче. Однако, чтобы их мечта стала реальностью, для начала нужно внести несколько изменений в дом этой пары. До встречи на месте, Оливер Джордан. Примите решение, уничтожьте стены, постройте верхние стенки. Ага, понял. Давайте сохраним старые полы, у них есть своя прелесть. Лучше поместить и их в новый интерьер. Старая мебель не соответствует современному дизайну. Давай избавимся от всей этой старой мебели. Давай избавимся. Да, я готов. Удалить предмет. Да, давай поудаляем предметы. Все, которые здесь нам с тобой не нужны. А, это не надо, это не старый предмет, это считается новым предметом, видимо. Ага. Теперь что, очистить грязь мне нужно. Ух, ни хрена себе, вот так было бы, да, здорово, если бы в жизни так работало. Взял швабру, достал, шук, и все помыто. Красота же. Ну, на самом деле, изменить расположение комнаты, удалить вот эти стенки, это не так сложно, это не так долго. Ну, сейчас грязь, я пока не убрал эту швабру, давай грязь помоем. А почему бы и нет, правильно? Правильно. И удалим предмет. Лишний шкаф-витрина. А где шкаф-витрина? А, вот он. Помыть окно это потом. Сейчас мы разломаем стены. Потом будем уже мыть окна. Будем вот этим всеми вот этими штучками заниматься. Давай размахивайся да посильнее, чтобы ничего от этих стен не осталось. Ну а то что, как получается, что... Зря старались, что ли? Зря, что ли, сюда приехал? Я приехал ломать стены. Я приехал сюда мыть полы и ломать стены. Как видишь, полы уже вымыты. Так. Делов-то оказалось на самом деле гораздо проще, чем мы думали. А вот это никому не мешает, нет? А проем-то вот этот. Нормально, видимо. Чего? Чего? А, верхние стенки надо построить. Мать его за ногу. Притолок. Тихо. Я же помню, что мне можно по 3 штуки строить. Новое очко, это хорошо. Ну-ка, ну и что? Задание, умение. А, умение. Построенная стена уже покрашена. Строительство быстрее на 125 стен одновременно. Ух. Вообще нужно крашеные стены покупать. Хотя, 5. Да быстрее просто. Быстрее сделаю, чтобы, ну, было бы быстрее. А, здесь большой топор. Так, кротовины. Давай вот этот топор сделаем. И все. Делов-то. Ну что-то... Блин, на самом деле, смотри, как быстро. Смотри, как быстро делается все. Теперь я должен сделать что? Я должен сделать... Поместить предметы. Это не так сложно, не так долго, так что давай мы этим заниматься будем. Яркое кресло. Ну, яркое кресло пусть будет не таким уж ярким, а вот каким-нибудь желтым, не знаю. 2 штуки аж купить надо, ничего себе. Ну, поставим их, наверное, куда-нибудь. Диван здесь не нужен, нет? Нет, диван здесь не нужен. Подвесной... А, еще телевизор нужен. Блин, а куда бы его так прилепить, чтобы его смотреть-то можно было бы? Куда-то, наверное, вот сюда. А кресло мы поставим с тобой вот сюда. Ну, типа, почему нет? А второе кресло вот сюда. Нормально? Нет, давай вот сюда вот чутка сдвину. Ну, чтобы наверняка. Да, чтобы сюда можно было проходить. И сюда какой-нибудь столик залепим. Кофейный столик. Яркий кофейный столик. Купить сейчас. Да, вот сюда вот. Правда, он должен быть вот здесь.
Типа сидишь за ним и все хорошо. Торшер, не... А, зами. За... А сколько надо их было купить? 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8. 2 штуки. Орхидея. Орхидея на стол ставится. Картина. С... Огромный деревянный стол, куда его, не знаю, повесить можно будет. Ковер. 6 стульев. Высокий стеллаж ярких цветов. Мимо. Мимо. А давай зами. 2 штуки вот сюда прям залепим. Вот в таком вот горшке. Нет, один. Один цветок вот сюда. А второй цветок... Пум-пум-пум. Вот куда-нибудь, чтобы он не мешал. Вот сюда по-хорошему нужно поставить вот этот стеллаж. Вот такого цвета с белыми металлами. Купить сейчас. Он не такой широкий, как я думал. То есть его-то можно сюда... Нет, сюда он не помещается. Вот сюда. К чему он здесь, не знаю. Но типа это все же комната-то... Общее, и здесь как-никакое продолжение вот этой комнаты, поэтому ничего страшного. Хотя вообще, по сути, там... Не знаю даже. Слушай, хорошо-то как там, а? Пляж, море, ляпота, даже строить ничего не хочется. Смотришь на эти все виды и... Расслабляешься. Отдохнуть прям хочется сразу. Комод. Комод давай бадбук сделаем. Купить сейчас и поставим его вот сюда. Вот. Так что можем. После этого всего подвесной телевизор купим сейчас, его повесим. Ну, типа, ни себе, ни людям называется. Вот по факту-то... По факту-то здесь должен быть большой стол. Вот сюда телевизор повесить, чтобы вот эти люди смотрели телевизор. Ну, давай сделаем так. А так нас лепить будет. Не знаю, не хочет. Не нравится мне это все дело. Вяз американский, вяз... Кедр, черный древесин, давай вот этот купим. Он не такой уж и огромный. Но по факту-то, блин, надо вот это все дело брать и отодвигать куда-нибудь вот сюда вот. Ну да, чтобы он здесь не мешался. А погоди, а вот... Это ж общее получается... По факту нормально все. Давай покупать стулья. Под коричневый кофе 6 штук. Задвину поглубже, чтобы не мешались. А то сейчас ходить не смогу. Эть. 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 Ровно? Да-да, даже если не ровно, то... Да, не ровно, но ничего страшного. Беру, значит, я замию, еще одну, в золотом горшке купить сейчас и ставлю ее вот сюда. Непонятно, почему я решил поставить именно так вот эти кресла, но, блин, ну кто ж знал, кто ж знает, почему у меня в голове именно такая мысль проскочила. Купить сейчас картину. Картинку давай повесим вот. А что, она не вешается? Чё такого-то, я не пойму. Чё она не мешает? Давай повесим... Давай, говорю, повесим вот эту картину только в эсочке. А, я просто не доставал. Но я ж отсюда не вижу. Красота, красота. Мазня какая-то, на самом деле, не знаю, какой смысл отнесет это произведение искусства. Второй цвет, первый цвет, желтый. Не, орхидеи белые должны быть. Купить сейчас. Купить несколько. Одну. И вторую. Лепута. И прямоугольный вот этот вот оранжевый ковер. Большой. Купить сейчас. Пусть лежит вот где-то здесь. Типа никому от него хуже не становится. Теперь идем сюда. Модифицировать стены, помыть окно. Давай окно помоем пока что. Мне там сказали, что когда остается вот маленькая пипирка и игра не дает ее домыть, у кого-то случается нервный приступ. Ну, якобы, я-то в этом, конечно, не виноват, написали, но все же не очень приятно получается. На самом деле, да, но это же игра так делает, я ж что могу сказать? Я ж не могу ничего с этим сделать, правильно? Правильно. Так что, ну, что ж поделаешь теперь? Что ж поделаешь? Ну, ничего не поделаешь. Парам-пам-пам-пам. Модифицировать, уложить, поместить. Напольную плитку нужно поместить.
белые панели. Купить несколько. Вон туда и вот сюда. Хорошо. Красивая, кстати, плиточка, мне нравится такая. Теперь фарфоровая мозаика. Белая какая-то, ну не знаю, вот это вот пусть будет. Так, так, так. Ну и давай вот наверняка, чтобы было, а то мало ли чего не хватит. Сейчас буду потом еще раз покупать. Не хочется. Такой медитативный процесс. Медленный. Сидишь тут, занимаешься вот этим вот размазыванием клея или на что он там сажает плитку эту. Приклеиваешь плиточку. Красота же. Просто на самом деле это очень интересное занятие. Всю жизнь бы этим занимался. Странно, а где должно было быть 15? Именно 15, где здесь? Как-то где-то здесь промах был по количеству, но ничего страшного. Я просто думал, что... Я не посмотрел на количество этих плиток, поэтому получилось, как получилось. Получилось, что я купил с прозапас, но их столько не нужно было. Теперь набор трав нужно покупать. Купить вот так. Поставить вот сюда. И поставить вот сюда. Красота. Идем сюда. Здесь у нас что с тобой? Ой, замена плиток является приоритетом. Давайте установим большую стильную раковину, которая, кстати, будет очень практичной. Мы также заменим плитки, но они вторичны. Замена плиток является приоритетом. Мы должны инвестировать в специальные плитки, которые будут не только красивыми, но и безопасными благодаря специальной текстуре. Нам лучше отказаться от дорогой раковины. Блин, ну я даже не знаю, я за выбор тетки, конечно. Удалить предмет. Ну, удаляй. Остальное удалять не нужно, я понял. Хорошо. Покрасить в цвета белый. И положить панели. Керамическая плитка. Ить. Ну, давай с панелей начнем, что ли. Потому что, ну, почему бы нет. Начнем с пола. Потому что пол делается гораздо быстрее и проще, чем все остальное. И установим с тобой сразу вот такенскую... Вот такенскую раковину. Чтобы она всех радовала, чтобы она прям, не знаю, прям, чтобы она была прям, ух, какая раковина. Ну-ка, ну и что такое? Ну, давай же, ну. Эть. Так. Угу. Я уже включил воду, там все сделал. Ну-ка, задвигай. Красота. Большую часть игры, слушай, большую часть заданий я выполнил. Покрасить цвета белый. Давай, как я уже говорил, начнем с панелей. Там нужно 20 панелей, то бишь. Купить несколько. В одной пачке 10, поэтому двух пачек за глаза. Беру эту. Угу. И мазюкаю, наверное, вот здесь. Просто я не понимаю, где нужно 20 их поместить. Слушай, красивая какая, а? Плитка классная. Мне нравится, она такая текстурная. Явно что-то не здесь, по-моему, да? Как я за ванной это делать буду, не знаешь? Знаю. Чего? А, еще нужно. Все, понял. Ну, как бы это не сложно. Как бы это здорово, но что-то у меня с количеством явно какой-то... перебор. 7 штук всего надо, а у меня тут 4. То есть 3 штуки еще куда-то надо положить. Я знаю, куда я их положу сейчас. Я нашел применение, я знаю, куда их деть. Блин, я думал, нужно будет 3. Получается 4. А, их 20 надо. Твою налево, точно же 20. Тогда нужно, блин, я даже не знаю, какую сторону-то. Вот это в белый, а вот это вот в плитку, ладно. Ну, намудрил я немножко, да, намудрил, чё ж поделаешь-то.
Надо будет перекрасить в белые цвета, естественно, у окна вот эти вот косяки. Потому что это реально косяк. Хотя выглядит неплохо. Хорошо, хоть докупать дополнительно не пришлось. А то бы я сейчас накосорезил, и все, и заново пришлось бы покупать. Ну нет, 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 я хочу положить на пол. Хочу положить на пол и продать. Теперь покупаю белую краску. М-ки за глаза, я думаю, будет просто достаточно. Беру кисточку, валик. Что-то нужно еще. Стоит ли красить, не знаю. Не, наверное, не надо. Вот если нужно будет покрасить что-то в белый цвет, то покрашу. Как мне сказал один человек, ты неправильно красишь стены. Нужно наводить и красить, а ты водишь по стене. На что у меня есть обычный ответ. Мне так удобнее. Так, верно. Все, готово. И третий выбор здесь где-то должен быть у нас с тобой. Явно не здесь. Пойдем на второй этаж. Я думаю, что он где-то там присутствует. Хотя, что-то я его здесь... Опа! Здесь везде нужно это все делать. Етить колотить, ты смотри-ка. Здесь везде нужно что-то делать. Ну, давай поудаляем побег. Это должно было быть кабинет. Но должен был быть кабинет, но оказалось, что Алиса была беременна во второй раз. Семья задается вопросом, что делать в ситуации, и не является ли лучшим вариантом отказ от кабинета для комнаты для второго ребенка. Ну, как-то прям променял кабинет, это не знаю. Вообще, знаешь, мужик работает. Где ему работать тогда? Но, с другой стороны, дети должны расти в разных комнатах, чтобы не было каких-то там недопониманий. У каждого должно быть личное пространство. Но почему мы должны ради детей личным пространством мужика этого, как бы, не знаю, жертвовать? Я считаю, что правильно сделать кабинет. Подожди, нет, я не уверен. Да, офис. Офис. В любом случае, офис. Офис нужен. Работать нужно, и для того, чтобы работать, нужно иметь какой-то, не знаю, специальный надо иметь, короче, место для работы. То бишь, если у тебя нет специального места для работы, то ты как-то, естественно, ты не будешь правильно на ней концентрироваться, на этой работе, и получится у тебя все на мудо. Не будет у тебя, короче, получаться так, как должно получаться. Фасады белые, все красиво. Так, ручки, ручки, ручки. А где же ваши ручки? Почему-то здесь вот черная хренота вот это получилось. Ого-го, ничего себе, какой он огроменный. Так, вот это тогда по вот этой стене. Угу. Блин, он чем занимается-то? Он в почту, что ли? На почте работает? Китайские шкафы получились. Ну, закройся. Пара-па-па-па-пам. Давай в белый цвет покрасим. Я вижу акустические панели клин. Я не понимаю, почему у меня их нет в заказе. А, это акустические панели клин. Метр на метр. Я понял. Все, вопросов не имею. Все хорошо. Пусть это будет акустической панелью. Как бы, ну, я не спорю. Если разработчик решил, что это акустическая панель, то... Кто я такой вообще, чтобы спорить с разработчиком? Правильно? Правильно. Сейчас как намазюкаем. Какой-то не белый, какой-то серый прям цвет, унылый, угрюмый. 85%. Ну, опять косяки, короче, красить. А, не, слушай, может, не косяки? Может, вот это? Да явно вот это, да. Да, вот это что, не надо красить? Серьезно, что? Надо, конечно. Надо, конечно, говорю же, красить. Чтобы было красиво, чтобы было все однородно, одноцветно. А теперь мы с тобой ставим стол. Стол должен быть тоже белый. А, купить сейчас. Куда бы его так запиндюрить? Вот сюда давай поставим. Ну, типа, чтобы было все в одном месте. Типа, сидишь вот здесь вот и работаешь. А, диван. Диван. Ну, давай пусть будет он такой. Такой вот он должен быть.
Блин, ну какой бы здесь диван можно было бы поставить в тему? Они все здесь какие-то оляпистые. Цветочные побеги. Ну, цветочные побеги давай купим. Мне кажется, ему будет неудобно работать за диваном. Купить сейчас. Ничего страшного, отодвиньте, если что. Продаем. Что-то я в бюджет не укладываюсь немножко. Хотя, что просит, то я и покупаю. Какой бюджет вообще, о чем речь? Здесь у меня с тобой солнечная желтизна. Тут и так все в солнечной желтизне. Что ты хочешь-то? Ну, давай покрасим солнечную желтизну еще раз. А, это цвет сочного лимона. А мне нужно в солнечную желтизну, я понял. Ну, давай красить. Давай красить. Так вот, мы продолжаем красить. Я немножечко тут отвлекся. На пару прям секундочек я отвлекался. И вроде как бы ничего не забыл. Вроде как бы все как положено идет. Все идет по плану. Солнечная желтизна у нас с тобой по плану. Вся комната должна быть в солнечной желтизне. А почему бы и нет? Кстати, желтый вот этот цвет, он гораздо более красивый, потому что этот прям темный какой-то, прям поглощает все. Он весь позитив из этой комнаты поглотил. А вот желтый, он прям был такой, знаешь, простой, детский, радостный. Хотя, казалось бы, да? Тоже рыжий. Солнечный называется. Солнечный. Что-то солнечный прям не солнечно выглядит. Наверное, потому что я от него ожидаю яркости какой-то, а он тусклый, блеклый. Короче, не надо было опять откосы красить. Я намудрил это, само так сказать, инициатива, в общем-то. Парам-пам-пам. Светлое кресло-качалка. Ну, пусть будет вот с этой сторонки где-нибудь, нет? Куда его поместить нужно? Кресло-качалка в угол. Коричневый кофе, естественно, в белый. И купить сейчас, поставить в уголок вот сюда. Чтобы можно было кресло-качалиться вот здесь. Беру, значит, детский стол. Куда же здесь все это поместить-то нужно? Не знаешь? Давай в желтый. Купить сейчас. Вторую кровать. Блин. Куда столько поместить-то? Да ну нет, ну... Я, конечно, понимаю, что место здесь ограниченное количество. Но не настолько же, ну. Давай поставим вот сюда. Теперь детский столик нужен. Столик-то сюда зачем? Ну, столик-то здесь для чего? Что они здесь собрались сделать на этом столике? Здесь его вообще никуда по-хорошему залепить нельзя. Ну, просто на самом деле, его здесь некуда ставить. Ну, пусть будет здесь, я не знаю, пусть они здесь сидят в этом. И два стульчика детских, ну, они-то ему зачем, этим детям? Нате, пусть сидят. Мне ж не жалко. Ну-ка ся. Плюшевый мишка. Вот плюшевый мишка — это здорово. Его положим на стол. И, естественно, тряпично куклу Зузю. Куклы Зузи — это прям это отдельное, это прям произведение искусства. Купить сейчас. И положить ее в кровать. Пусть спит. Пусть отдыхает. У нее был тяжелый день. Продать краску. Эту комнату мы завершили. И остается у нас с тобой, я так понимаю, всего лишь ничего, да? Вот эта комната. Здесь ничего делать не нужно. И что-то сделать нужно здесь. Ну-ка, включить. Ну, начнем мы с ванной, естественно, потому что сюда зашли. Она первая идет. Модифицировать стены, покрасить в белый цвет, уложить плитку. 15 штук уложить напольную плитку. Да, из плитки начнем напольной, потому что она же делается быстрее, как мы уже знаем. Положим ее вот сюда вот. Угу, красиво какая. Прям вот, ух, какая нравится, как она мне нравится. И 15 вот этих вот, вот этих вот. Беру. И начнем вот отсюда. Ну, потому что могу. Где мне тут водичка? Так. Так. Хорошо идет. Нет, вот сюда. А куда здесь 15 надо было положить? А, я вижу, куда надо было положить. Просто нужно тупо было одну стенку закрасить этими панелями.
Так бы сразу и сказали. Так, положи, продай. Теперь красим. Красим в белый цвет. Эски хватит за глаза, купить сейчас. Нет, кисточка. Оп. Угу. Чё, кончилась краска, что ли? Нужно еще большую экономию вкачать. Как жаль, что ее нет. Парарарарам-пам, парарарарам-пам. Чё, все что ли? Да нет, я же не докрасил. Чё, меня обманываете? Все, вот теперь все. Продаю краску и иду в другую комнату. Здесь нужно удалить предмет. Двуспальная кровать. И удалить предмет кресла. Кровать для мальчика. Кровать для мальчика надо поместить. Давай ее простенькую такую. Такую вот прям простенькую, но рыжую. Не, желтую. И из светлой древесинки. Купить сейчас. Вот так. Ничего себе, кровать для мальчика. Большой мальчик-то. Ручки белые. Купить сейчас. Ого-гошеньки, какой огромный шкаф. Он прям огромный. Он прям на самом деле огроменный. Эть. Эть. Ну, вот тут ему самое место. Что еще нужно? Ночник. Ночник, два ночника. Белых ночника с золотым этим. С золотой ножкой. Один сюда, второй сюда. Нахрена ночники отдельно от кровати, не знаю, но просто пусть стоят. И спатифилиум. В золотом горшке. Не знаю, нет, белый пусть будет горшок. В уголок. Чтоб никто не уволок, как говорится. Оп. И все. У нас с тобой закончен. Закончен заказ. Завершаем его. Заработали на нем 700 тысяч. Пропускаем это дело, потому что оно... Ну, чем нам на это смотреть? Мы же видели, как это все происходило. Мы же сами это все сделали своими собственными вот этими вот руками. Давай с тобой прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Подписывайся обязательно на группу ВКонтакте. Ссылка в описании находится. И увидимся с тобой в следующих сериях и в других видюшках. Видюшка-летсплеюшках. И всем пока.